Ah, nu sunt Dudo. Ei, cu sunt proie, au coño. Поищу укрытие. Yeah!
Не подходишь. Вступай в мою команду. Я отправляюсь в плавание. Ты со мной? Здесь меня могут заметить.
Чувствуешь вонь от командира? Что? Ты! Тебе здесь делать нечем! К оружию! Запрещен. Мне нужны бумаги. А мне нужно меньше детей. Но мы редко получаем то, что хотим. В чем дело? Я должен проверить записи о налогах. Я ничем не могу помочь. Что ж, вновь смажем колеса и вбей. Во сколько мне обойдутся бумаги? В этот раз так не получится, Агапий. Стражи дали строгий приказ никого не впускать и никого... Вот мой совет. Друг дал тебе карту. Ха! Он такой же, как и все на Евбее. Не все наемники и убийцы. Посмотрим. Что вызвало упадок? Евбею душит жадность шайки под названием «Кинжал». Они действуют скрытно. Но я уже слишком стар для... Я достану бумагу. Может, наив... Я достану их. У стражников нет шансов. И по делам им. Чтобы спасти Евбею, нужно уничтожить тех, кто сеет зло. Я буду ждать здесь. Это вход на склад. А вот и склад. Пристань при складе. Нужно действовать осторожно. Найду бумаги. Список сделок за последние полгода. Возможно, имя лидера кинжала здесь. Это поможет разоблачить лидера кинжала. Здесь Мистий! Скорее! Список кораблей. Какой и когда прибыл. Это может помочь. Мой хозяин. Ты что, раб?
Что, по-твоему, не похож? Мой хозяин — местный маг... Лучше умереть, чем стать рабом. Не все могут... Судьбу раба не выбирают. Но так у меня есть. Если ты захочешь раскрыть личность лидера кинжала и положить... Я подумаю. Лучшие товары. Доброго! Умелых работников, но и семью. Нет, не может быть. Невозможно. Агапий, в чем дело? Что ты нашел? Имя хозяин.
Оно упоминается снова и снова. Имя того, кто основал кинжал. Зимородок. Вспори зимородку брюха его же клинком и подвесь труп. Пусть он будет предостережением врагам Эвбеи. Да уж, типичный наемник. Все не так просто. Агапий, скажи ему. Когда мы играли с братом в детстве, я был Дроздом, а он... Зимородком. Скажи, что он не один из них. Тебе лучше знать, на что способен твой брат. Если ты веришь, что это не он, так и есть. Спасибо. Мальчик, которого я знал, не может быть замешан в этом. После смерти брата ты видел его тело? Нет, тела не было. Ни следов, ничего. Когда умерла мама... Твой брат ведь не всегда был зимородком. Само собой, нырит и непослушней, но... Кинжал — самая главная угроза благополучию Эвбеи. Мне жаль, друг, но зимородка нужно убить, и неважно, братья вы или нет. Я... Да, хозяин. Понимаю. Прошу, помоги мне раскрыть истинное лицо зимородка. Мы схватим его и очистим имя брата. Эвбея будет у тебя в долгу. Еще большим. У магистрата много сокровищ. Он не поскупится. Я сделаю все, что смогу. В семьях бывают трудности. Один мой знакомый имел дело с главарями кинжала. Я проведу его. У южного берега Эвбеи разбился корабль. А театр Халкиды помогает кинжалу распространять ложь. Мы воюем. Корабль... Похоже, этот корабль принадлежит кинжалу. Ты сказал, что твой знакомый... Может, мне удастся раз... Нет, нет, он... Раньше... Возможно, он знает, кто... Тогда мой брат... Ты упоминал... Театр Халкиды. Ты так много знаешь. Откуда? Много для раба. Мы делимся знаниями. Мне хватит сведений. Насчет... Невозможно. Приходи.
Об этом доме говорил Агапий. Теперь найду его хозяина и расспрошу о кинжале. Хочу видеть твоего мужа. О, забудь. Лучше услужи мне. Чем это? Принесешь мне вина? Рабы заняты, а меня мучает жажда. Я... Нет, вино стоит рядом с тобой. Где мне найти твоего мужа? Он на восточной дороге, вроде бы. Везет зерно и виноград. Я его уже несколько дней не видела. Много дней. Много же ты пьешь, раз не заметила пропажи своего мужа. Да, честно говоря, выпив, порой вообще ничего. Может, у твоего мужа есть враги? Кинжал. Местный главарь и его подручные из кинжала приходят, когда вздумает. Я его разыграю. Спасибо. Мне все ясно. Спасибо, Мик. Если пойду по дороге на восток, найду следы ее мужа. Вот и повозки. Похоже, он хотел сбежать от солдат. Дело дрянь. Что произошло? Стражи, хапуги проклятые, требовали платы, вечные поборы. Хозяина увели в крепость Дистас. Зря он им не заплатил. Надо было заплатить. Отправлюсь в крепость. Эйла! Давай!
Буду осторожен. Пошел! Эти руины — напоминание обо всем том, что сделали персы. Работайте лучше! Эретрия сама не восстановится! Thank you.
Мисс, тебя Агапий прислал? Да. За тобой следили? Нет. Уверен, что не следили? Я не могу быть уверен, что за мной не следят. Тогда мы в опасности. Я Мисти, моя жизнь полна опасностей. Не таких. Ты не знаешь, кинжал. Они очень могущественны и знают все. Они следят за тем местом и следят за тобой. Почему все это важно для тебя? Корабль кинжала потопил мой хозяин. Правда, в битве он и многие из его команды погибли. Я уже осмотрел корабль кинжала. Ну, там что-нибудь нашлось? Там был кинжал. Это важная вещь? Не просто важная, Мистий. Это особый жертвенный клинок. Эти знаки. Этим клинком приносили жертвы Ахиллу. Найди нужный храм Ахилла и найдешь кинжал. Скорей, отнеси Агапию нож и покончим с этим. Скоро мы, наконец, освободимся от проклятого кинжала. Умрённых не берем! Ты умрёшь! Здесь! Нужно поговорить со знакомыми Агапия.
Этого человека я ищу. Он за город. Крепость Дистас. Большая. Где-то здесь должен быть пропавший муж. Попробуй убежать.
Мимо такой награды нужно пройти.
Опасное место. Ugh!
Какую сторону? На помощь кто-нибудь! Ну все! Я плачу тем, кто не боится опасности.
Ты спас меня. Удивлен? Просто ты больше похож на убийцу, чем на героя. Человек по имени Агапи считает, что ты можешь опознать зимородка. Разыскав его, я покончу с кинжалом. А, так ты хочешь спасти Эвбею? Расскажи мне все, что тебе известно. Они жаждут власти. Безумно алчны. Ничего, я умею бороться. Мне нужно как можно больше... Они заходили ко мне, зимородка. Скажи! Нельзя. Он... Скажи мне имя! Нерит. Его зовут Нерит. Брат Агапия. Это он. Нужно поговорить со знакомыми Агапия. Thank you.
За работу. Ugh!
Офигеть! Ты ничего. Поговори с Варнавой на корабле. Он уже ждет тебя. Скоро мы отчаливаем. Ты с нами? На помощь! Спасибо! Я благодарен за твою доброту. Кто-нибудь, спасите! Боги, спасибо тебе!